Русская служба новостей. Радиостанция «Прибой». ТНТ «Махачкала». Представляют. В концертном зале «Президент-комплекс» сольный концерт «Мечта». Любимицы народа. Заслуженной артистки Республики Дагестан. Великолепной и лучезарной Габибат Бутаевой. Генеральный спонсор концерта VIP-ателье «Майя». Официальный партнер «Реал Пласт». Ведущий концерта Расул Алибеков. Всем доброго вечера! Здравствуйте! Добро пожаловать на концерт заслуженной артистки Республики Дагестан Габибат Бутаевой! Сегодня будет очень много хороших песен. Я думаю, что вы никуда не спешите, потому как у нас впереди выходные дни. Располагайтесь поудобнее, рассаживайтесь и смотрите самый незабываемый концерт, который вам подготовила радиостанция «Прибой» и канал ТНТ «Махачкала». Ну, вы знаете, концерт начинается всегда с обращения к тем людям, которые сидят в зале. И сегодняшний концерт тому не исключение. Песня, с которой сейчас выйдет сюда, на эту сцену, виновница нашего сегодняшнего торжества, называется «Мой лакский народ». Написали эту песню замечательный композитор, это Карим Кадинаев. Ну и слова написал к этой песне Казбек Мазаев. Ну а поет, естественно, заслуженная артистка Республики Дагестан Габибат Бутаева. Встречайте! Садук сала крамила, а тулек кубилает,
от кусала кранжеме, усарвада успаней, задухсала крамила, от улепку вилает, от кусала кранжеме, усарвада успаней, задухсала крамила, от улепку вилает, от кусала кранжеме, усарвада успаней, задухсала крамила. Başmaşı vurular dekni bu sakı güya zavralı kürü Tudekni husar başmaşı vurular dekni bu sakı güya zavralı kürü Bilhiri
Габибат Бутаева и только что шоу-балет «Кармен» под руководством Седрат Муртузовой. Мы идем дальше. Вам начало, я думаю, очень понравилось, потому что оно было великолепно. Прозвучали самые лучшие любимые песни, ваши любимые песни в исполнении вашей любимой исполнительницы и артистки. Итак, на сцене первый гость. С удовольствием его приглашаю на эту сцену. Аслан Муслимов, встречайте! Zulishen duvan, şaraşur şin hecara.
bak bu sulana çara. Аслан Муслимов. Спасибо, Аслан. Мы теперь чаще будем встречаться на этой сцене, потому что вот такие аплодисменты должны на самом деле звучать в адрес полюбившегося и самого близкого, который нам нравится, артиста. Перехожу к следующему нашему гостю. Руслан Рамазанов, ваши аплодисменты. زاتنو بنفشی شنات سوکون بیکارا شنات سوکون بیکارا شنا دخلی قاکشلی شنا دخلی آقارا شنا دخلی آقارا بیزاتنو بنفشی شنات سوکون بیکارا شنات سوکون بیکارا شنا دخلی قاکشلی شنا دخلی آقارا شنا دخلی شهر زن نیکار زوم و کودک نیکوی نرکار مرچی شوه یور خوب شوه یور غیره ای نباقه ای جوه یور زن زن شهر زن نیکار زوم و کودک نیکوی نرکار مرچی شوه یور خوب شوه یور غیره ای نباقه ای جوه یور جای
Cavşeribam, Ceymurat Buleribam, Ceymurat Buleribam. Ceymurat Bulusiri, Jelli Khan Biteribam, Jelli Khan Biteribam. Zana zana şara zana nikara, Zulmu kudak niko inara kara, Murki şave yora, kuk şave yora, Gire ina bakayı cave yora. Zana zana şara zana nikara, Zulmu kudak niko inara kara, Руслан Рамазанов. Мы прямо под, знаешь, аккорд барабана попали с ним на рукопожатие. Следующий исполнитель, певец, композитор, аранжировщик и просто очень хороший наш друг. Встречайте на этой сцене Рустам Ахметханов. Рустам Ахметханов. Спасибо. Спасибо, Рустам. Вы знаете, у нас сейчас состоялся такой интересный разговор за кулисами с виновницей сегодняшнего торжества. Она, как и подобает профессиональному артисту, спрашивает: «Скажи, пожалуйста, а как вообще идет концерт? Мне же, говорит, со стороны-то не видно, я все на сцене». И вам нравится, как идет концерт, кстати? Ну вот то же самое я и ответил. Я говорю, лишним и лучшим подтверждением того, что все нормально, все хорошо, это аплодисменты зрительного зала. Габи!